Площадка будущего развернется в Благовещенске в 2023. 5 спортзон на 6 тысяч квадратов начнут монтировать, когда потеплеет. Оборудование закупили в столице заранее в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт». Я выбираю спорт. Здесь на сегодняшний день у нас располагается оборудование. Это воркаутская зона, все тренажеры, трибуна на 100 мест. Значит, здесь же у нас все покрытие, это беговые дорожки, футбольное поле 30 на 60 размером, беговые дорожки на 4 человека, баскетбольная и волейбольная площадка с покрытием, также со всем технологическим оборудованием. Аналогов умной площадки в Приамурье нет. Для того, чтобы собрать все ее зоны воедино, закупили 2,5 тонны клея. Им скрепят крошку в основании волейбольной и баскетбольной площадок футбольного поля. На них жители Маховой Пади, именно там установят комплекс тренажеров, смогут заниматься уже осенью. Выбрано место не случайно, это Маховая Падь. На сегодняшний день там ощущается дефицит спортивных сооружений, поэтому площадка будет задействована и как для детей, для молодежи, так, ну и, конечно же, для любого другого возраста. Конечно же, мы подбирали земельный участок, который будет соответствовать всем требованиям. Мы проводили работы, связанные с изысканиями и с проектированием. Спорткомплекс около 23-й школы подключат к Wi-Fi. На каждом тренажере появится QR-код. Он расскажет благовещенцам, для чего нужен снаряд и как правильно выполнять упражнения на нем. Тренировки и полезный досуг в условиях одной территории. Как насчет того, чтобы совместить вечернюю пробежку в живописном парке и прокачку... Шаг в будущее сделали благодаря проектам «Демография» и «Спорт. Норма жизни». На реализацию уйдет 2 года и 25 миллионов рублей из бюджета в 3 уровней. Александра Матошина, Екатерина Борисова, Виталий Антонюк. Программа «Город».